Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать всех участников конкурса фестиваля Golden Time Talent, которые принимали участие. Рад вас приветствовать и спасибо большое организаторам за сотрудничество, что я, Дмитрий Гончаров, генеральный директор радиостанции «Сфера мьюзики» радио «Шансон Плюс», имел возможность принимать участие как член жюри и оценивать ваш талант, дорогие друзья. Ну что ж, хочется сказать, что все молодцы, кто принял участие в данном конкурсе, использовали свой шанс и таким образом показали миру свой талант. Ну, собственно, для вас и было организовано данное мероприятие, где вы имели возможность показать свой талант. Используйте, дорогие друзья, каждый шанс, каждую возможность принимать участие во всех конкурсах по своим возможностям, чтобы рассказывать и показывать людям свой талант, чтобы люди знали о вас, слышали ваш голос, ваше творчество. Заявляйте о себе таким образом, используйте свой шанс. И тогда мир не заставит тебя ждать, и вас будет видно, и вас будет слышно, в том числе и на радиостанции «Сфера Мьюзик». Итак, несколько тех, на кого мы обратили особое внимание. Дарья Харко, Героян Такун, Исмагулова Таисия, Кристина Багладарин, Багларин, прошу прощения, если я неправильно делаю ударение, фамилии не совсем простые, Башена, Вознюк и Микола Поплавский, насколько я помню, это был дуэт, молодцы ребята, так держать, Елизавета Вышибаева, Вера Алифер, Буняк Виталий, Натали Овсиенко, известная фамилия, известное имя. И под номером 10 проект «Океан». Вы все, дорогие друзья, без пяти минут артисты. И еще раз скажу, что правильно делаете, что используете свой шанс. Заявить о себе миру. Всем желаю новых побед, новых вершин. Участвуйте по возможности во многих конкурсах. Это для вас будет хорошим опытом, хорошим трамплином. Спасибо организаторам Golden Time Talent за сотрудничество. Надеюсь, мы с вами откроем еще не одно имя. И надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Ваш Дмитрий Гончаров.